Тема нашей сегодняшней передачи звучит так – заступник. Многие христиане в разные времена жизни, периоды жизни ищут себе заступника в молитве. Многие обращаются к Богу, многие обращаются к святым, многие обращаются даже к ангелам. Но к кому в конечном итоге обращаться? Как быть, если Бог искупил нас от греха, от смерти и дарует надежду на воскресение, то на кого же мы должны уповать? И именно в этом тяжелом вопросе поможет разобраться нам пастор, богослов Виктор Иванович. Здравствуйте, Виктор Иванович. Приветствую, Максим, сердечно, и всех наших зрителей дорогих. Очень рады вас видеть сегодня. Вот скажите, кто-то когда-либо заступался за вас? Как вы себя чувствовали в этот момент? Конечно, кто-то заступался и в юности, и в армии. Всегда было новое уважение тому человеку, которого я не просил, но он сам оценил ситуацию, что мне нужна защита, помощь со стороны. Угу. Это приятно и памятно. А чувствовали ли вы себя вот как-то слабо в той ситуации, когда за вас заступаются, или неловко? Не было такого? Нет, была радость, что вот кто-то возвысил ситуация руку свою. Идет под контроль. Она не будет как-то теперь вот угрожающей, непредсказуемой. А вот есть авторитетный человек, вот, который как-то все сделает лучше. Вы знаете, я вспоминаю из своей жизни примеры, особенно вот по детству. Мы вот так вот на улице росли, и такой был громкий лозунг: каждый должен уметь сам за себя постоять. Ну и естественно, что сам за себя постоять — вопрос достаточно обширный. Где-то ты можешь, а где-то не можешь. Где-то ты постоял за себя, а где-то получил за себя. Так вот, когда я Библию тоже начал читать, уже понимаю, что, оказывается, есть у нас и заступник, и ходатай, и Господь, который говорит: «Мне возмездие я вас дам, мне отмщение я вас дам». Поэтому это очень радует, то, что у нас есть великий Бог на небе. Вопрос от зрителя по нашей доброй традиции. Читаю. «Меня выгнали с работы. С точки зрения юристов – вполне законно. Реально же это несправедливо. Заболел ребенок, серьезная патология. Муж покинул меня 3 месяца назад. Чуть раньше умерла мама. Кому мне молиться? Кто может вступиться за меня? Я просто не знаю, что делать». Крик души, Виктор Иванович. Ну, ответ простой. Кому молиться? Только один ответ, только один вариант. Молиться Богу живому. Иисус Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, с неудачами, с проблемами, с сомнениями, с долгами, с угрозами от других людей». Иисус говорит: «Придите ко мне, я успокою вас». Потом добавляет: «Я вас чему-то научу». Потом еще добавляет: «Возьмете иго мое». И вот с этим игом моим, то есть рядом со мною, пойдете по жизни и найдете покой душам вашим. Поэтому надо идти к Иисусу Христу, больше никому. Что касается молитвы, только к Иисусу. А вот можно такой небольшой провокационный вопрос, может даже и философский. Знаете такое выражение: «Сам виноват, сам разбирай» или «разгребай свои дела». Так вот, если я виноват сам в какой-либо ситуации, поступил, не помолившись, например, и мне предстоит какое-то, вот, скажем, нехорошее возмездие со стороны, могу ли я молиться Богу, чтобы он заступился? Ну вот я совершил ошибку. И вообще, заступится ли он? Заступится. Первое. Надо об этой ошибке поговорить с Богом, признать свою неправоту в этих осложнившихся обстоятельствах. Может, даже свой грех. Потому что действительно, вот часто мы сами на себя вызываем огонь, вызываем беду неверными словами, неверными реакциями. Господь прощает, и за прощенного человека, конечно, Он заступается, Он желает его оберегать, потому что человек сделал верный вывод из этих трудных обстоятельств. То есть главное признать, да, получается, свою вот оплошность, если так сказать. Хорошо. Ну вот, Виктор Иванович, все же интересно, да? Может быть, это очень личное, но коротко хотя бы.
Был ли в вашей жизни какой-то такой яркий опыт заступничества? Можете вы чем-то поделиться? Был, да и не один. Вот думаю, какой взять. Ну вот, например, это было лет 20 назад. В одном из городов на Волге выпускница медакадемии, христианка, госэкзамен в субботу. Она просила декана и завкафедры: «Разрешите мне с другой группой, они не в субботу сдают», и ей было отказано. Ну, Господь устроил, была беседа с ректором медакадемии. И, слава Богу, он проявил человечность, пошел навстречу, и этой девушке, которая хотела сохранить верность Господу, вот разрешили пересдать с другой группой. Но пошли навстречу. Из-за того, что она создала небольшую проблему, ее ответ, который был на 5 с плюсом, 1 балл у нее забрали. Забрали, да? Чтобы не забыть. Но навстречу эти пошли. Обстоятельства. Интересно. Очень интересно. Какая роль имеет молитва вот, вообще заступника в христианстве? Какую роль? Ну, великую роль, когда мы за кого-то ходатайствуем, о ком-то в молитве просим, вот, желаем преодоления, добра кому-то, и в молитве просим у Господа об этом человеке. Мы при этом очень близко к Богу, мы проявляем Его Дух, потому что Дух Бога, особенно вот Дух Иисуса Христа, это заступничество. Ходатайство. Спасибо. Мы хотели бы предложить замечательный видеосюжет. Он познавательный, поучительный. Так что, дорогие зрители, внимание на экран. Псалом 40. Начальнику хора псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобою. Враги мои говорят о мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? Если приходит кто видеть меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют мне зло. Слово Велиала пришло на него. Он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня. И восстав меня, и я восстам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь. Виктор Иванович, есть еще один вопросик. Когда вообще работает божественная защита? То есть в каких случаях?
Это определенные какие-то законы или ситуации? Божья защита работает для праведника всегда. Но здесь есть сложные моменты. Божья защита обещана Богом и реально. Она никогда не прекращается. Но так как мы живем на планете, где не завершился великий космический конфликт, противостояние между Богом и дьяволом, и так как дьявол имеет свободу и нас, верующих, искушать, запугивать, и совращать, обольщать, имеет эту возможность. Поэтому пока конфликт не завершился, иногда своим друзьям, верным, хорошим христианам, Бог допускает страдания, допускает болезни, допускает потери, допускает преждевременную смерть. Но вот здесь парадокс. Настоящие христиане, даже теряя, даже страдая, даже болея, продолжают хранить уверенность, что Божья защита при этом не снята. Очень интересно. Ну, если Бог постоянно рядом с нами, нужно ли все-таки дополнительно как-то взывать о защите к Нему? Здесь уровень веры. Если человек уверен, что Бог рядом, и я с Ним в завете, и десятки обетований в эту сторону, можно и не напоминать Господу. Угу. Просто побеседовать, порадоваться новой встрече, поблагодарить. А Бог не забудет, что я или ты нуждаемся в защите. А вот давайте с вами представим такую ситуацию. У меня есть какая-то проблема, а вы хотите помолиться за меня. Это можно назвать заступнической молитвой? Ну, скорее нет. А это, какая это молитва? Это мы с тобою молитвенные партнеры. Партнеры. Мы с тобою молитвенные союзники. Мы друг друга ценим, мы друг друга любим. И, как говорит Евангелие, в нуждах святых принимайте участие. Поэтому ты поделился каким-то переживанием, нуждою, я своею, и мы друг за друга молимся. Но это не заступничество. Это молитва о друге. То есть, если, вот, допустим, мы попросим какого-то человека, да, верующего, сказать там, помолись за меня, вот, пожалуйста, вот. Ты же знаешь, я честно жил, праведно. Ну вот, как-то походатайствуй перед Богом за меня молитвы. Ну вот здесь есть опасность и кое-что. Какая? Вот давайте поговорим. А то, что мы нашего главного заступника делаем безработным. Мы Спасителя Иисуса как бы проходим стороной, а делаем расчет на человека. Посредник какой-то? Да. Поэтому Иисус говорит, у вас не может быть других посредников, это трата времени. Он сказал очень понятно, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому у нас один заступник перед Богом, Иисус Христос. А вот смотрите, мы ездим, да, у нас автомобили есть у многих. И зачастую можно увидеть «Спаси и сохрани» три иконки. Могут ли святые быть заступниками? Никогда. А почему? Первая истина – святые же люди. Эти святые не могут быть заступниками. Здесь другая большая тема. Они сегодня не среди живых, не перед лицом Божиим, нигде. Они спят в своих могилах по ясному учению Библии, до дня второго пришествия Христа. Поэтому сегодня нету никакого смысла уповать на заступников живых или умерших ранее. Никакие мученики, никакие подвижники, ни пророки, ни апостолы, даже ни мама Иисуса, Мария. Только один живой воскресший заступник – Господь Иисус. Вы знаете, мне это натолкнуло на предыдущие наши выпуски программы «Ересь в молитве». Вот действительно, можно такую картину себе создать, что кто-то, кроме Бога, может походатайствовать за меня святые, умершие или живые, и вот так вот жить и на них полагаться. Писание... Ну, это огорчает Бога, это делает Его слабым Богом.
ограниченным, что он сам не может быть полноценным заступником, он нуждается в помощи еще каких-то людей. Нет, наш Господь всемогущий. Услуги вот таких посредников, заступников никогда Богу не пригодятся. Виктор Иванович, вы вот много раз уже ссылаетесь на Господа, что Он единственный заступник. А поделитесь ли вы с нами каким-то любимым обетованием, которым сказано, что Бог мой заступник? Есть у вас такое? Ну, в книге «Псалтырь» много используют авторы разных псалмов вот это красивое слово «заступник» и говорят о Боге. Например, 58-й псалом, 10-й текст. «Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой». И 18-й. «Сила моя, тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Это Давид. Он уверен, что Бог его заступник. Но вы знаете, я вот думаю тоже, как такому человек мог прийти, да, чтобы записать? Только личным опытом. На основании вот убежденности, веры, проб, ошибок. Хорошо, Виктор Иванович, спасибо вам, что делитесь с нами. Помолимся за наших зрителей. Благодарим Тебя, Господь, что в этом злом мире никто из нас не одинок и не предоставлен сам по себе темным силам. Мы имеем величайшего надежного заступника на небе. Это наш воскресший Спаситель и Господь Иисус Христос. И теперь Он называет по имени каждого, кто с верою приходит пред лицо Твое. И мы просим, Господи, будь милостив к нам и к нашим друзьям, зрителям, помилуй нас, прости и дай нам силу духовную не повторять эти грехи, а радовать Тебя послушанием, верностью всем Твоим 10 заповедям. Помоги, Господи, нам заступаться за униженных, кто оклеветан, кто несправедливо обвинен, чтобы мы не боялись возвышать голос в защиту правды, а Ты обещаешь свою поддержку. Благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благодарность вам, Виктор Иванович, за ваши ответы, за советы для нас. Ну а вам, дорогие зрители, мы хотели бы пожелать того, чтобы вы всегда помнили о том, кому обращаться. К Господу Богу, к нашему единственному защитнику, без посредников. И пусть Бог вас благословит. С миром Божиим.